телефон. Мы побыстрее. Я перешлю тебе. Вот, закрывают решетку, видите, всех повыгоняли, вот. Мы наших найти не можем, вот, видите, публика стоит, непонятно кто где вообще. Мы пытаемся найти наш класс. Ну, в общем, вот так вот, все злые, всех повыгоняли, все двери позакрывали, все стоят, никто никого нигде найти не может. Мы вот, тебя снять, Марина? В кадру. Вот Марина тоже, видите, пытается найти наш класс, кому-то писать сообщение. Мы тут стоим вот перед музеем, видите, сзади нас вот выход. Главное, только сели, блин, хорошо успели кофе попить, да? Чай. О, ну доелись, теперь можем пойти погулять. Перекусили, да. Теперь хотя бы, да, можем тут поговорить об искусстве. Мы сюда вообще пришли для того, чтобы найти Марине идею для финального проекта. Не, ну пришли-то потому, что урок тут был. Но нас отправили по этажам искать финальные идеи. Я тут выдвинула много предложений, исходя из того, что там нам показали. Ну вот товарищ упирается, говорит, я гадости, говорит, рисовать не буду. Буду не рисовать буду. Качественно, говорит. Молодец, ну что могу сказать, молодец. Ну, молодец. Есть кого пример брать вообще, да, в принципе. Вот. Я не могу рисовать. То, что я не могу рисовать. Это я и мозг колупаю уже, да, второй год, как надо рисовать. И вот, видите, начинает прорастать. Я уже молодец. Ну, в общем, короче говоря, вот так вот стали на плющихе, видите. Народ стоит тоже, нифига не соображает, что делать. Куда идти, кого искать. Ну вот как-то так. Да. Да. Попробуем найти наших. Ну что делать? Давайте. Я написала, но никто.